Это общественная награда. Она не подразумевает преференции или льгот. Выпускать необходимое количество медалей будут на спонсорские средства. В Анапе наградят тех, кто отдал службе в вооруженных силах 20 лет и более. По словам председателя городского совета ветеранов Анатолия Гапонова, символичен сам факт появления такой награды. Сегодня признают многие советские, так скажем, даты, которые есть. Важно признание этих дат. Если сначала было развалить все до основания, то сегодня говорят об этом, что ведь было где-то, может быть, и плохое вот в истории государства, но надо вот эти вехи нашей истории поднимать. Вот они будут подниматься во время и месячника, и подготовки мероприятий. Мы будем об этом говорить.